Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Хотел бы напомнить о том, какое главное условие для нормальной яйценосности курей. Главным условием все-таки, на мой счет, ну, на мое мнение, остается нормальный выгул их, чтобы они могли нормально на траве попастись. При этом здесь должно быть у них и вода, и еда. Ну и, естественно, возможность там где-то побултыхаться, устроить себе ванну земляную, пыльную, очиститься от паразитов. Если все это у них есть, ну, у курей, куры нас, естественно, порадуют приплодом. Вот смотрите, какой приплод у курей из яйца высиделся. Ну и яйценосностью своей тоже будут радовать нас. И, соответственно, их содержание будет полностью окупаться и приносить только прибыль и минимально затрат. Потому как замена в рационе, добавка в рационе травой зеленой, это очень-очень хорошо. Посмотрите, с каким удовольствием они едят травку. Тем более здесь тенек у них. Просто создались лучшие, самые лучшие условия для выгула, какие только можно было придумать. Один момент, единственный, конечно, надо контролировать, чтобы они не разбегались. В первую очередь они не разбегались, во вторую очередь к ним не могли никто пролезть. Потому как соседских собак никто не отменял. Ну и тому подобную вредную живность тоже. Да, немаловажно присутствие воды свежей. Воду, конечно, желательно, чтобы она всегда была свежей. В сарае можно сделать поилочки. Ну, здесь на выгуле, естественно, поилок делать никто не будет. Ну, хотя бы вот так вот скат какой-нибудь бросит разрезанный, там, я не знаю, по зиме. Когда они проводят большую часть времени в сарае, это для них, конечно, мучение. То же самое в клетках содержание. Здесь же на воле это для них просто рай. Всегда можно побегать, погоняться за жуками, найти самую вкусную траву. Траву в смысле траву, а не в смысле траву. Ну и, соответственно, вон, найти под шелковицей свежие ягоды шелковицы, сожрать мою смородину. В общем, вот так вот обустроенный выгул, хорошо обустроенный выгул сэкономит и в кормлении зерна, и добавит, соответственно, яйца, которые они снесут. Чем лучше курам, тем больше у них яйценосности. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.